425 пар в уходящем году решили связать себя узами брака, что на 18% больше, чем в 2021 году. Самый популярный возраст заключения брака в Сарове – 23-35 лет. В то же время среди молодоженов 15% невест в возрасте 19-22 лет. А самым свадебным месяцем года были июнь и июль. 6 пар поженились по упрощенному порядку заключения браков для мобилизованных. Достаточно большое количество нами было зарегистрировано среди лиц мобилизованных. Для них порядок совершенно другой. Если есть основания и подтверждена справка о мобилизации, то данной категории лиц она заключала брак практически в день подачи заявления. Выросло в этом году и количество разводов. Так, расторгли брак 339 семей. Это на 10% больше, чем в 2021 году. Наибольшее количество разводов как среди женщин, так и мужчин в возрасте от 30 до 43 лет. Брак, в которых был зарегистрирован в период с 2007 по 2021 года. Порядка 8% статистики – молодые пары, прожившие в браке год или два. Очень большое количество предоставлено гражданам юридически значимых действий. Это выдача повторного свидетельства, различных справок, подтверждающих либо факт государственной регистрации акта гражданского состояния, либо отсутствие данного факта. Ну, соответственно, внесение исправлений, изменений, восстановление записи по решению суда. Количество смертей сократилось на 25% по сравнению с прошлым годом. В 2022 году составили 1072 записи акта о смерти, а вот родилось в этом году на 47 саровчан меньше – 593 человека. Из них 300 мальчиков и 293 девочки. Самые популярные имена этого года – Артем, Михаил, Дмитрий, София и Дарья. Выбирали малышам и необычные имена, такие как Климент, Демьян, Евдокия, Агния, Левадия, Веринея, Амелия. Первенцев поменьше, лидируют всегда вторые дети, ну, соответственно, третьи, четвертые. Радует, что, значит, в двух семьях родились шестые дети, в трех семьях пятый ребенок родился, в 59 семьях родился третий ребенок, соответственно, и в 16 семьях родился четвертый ребенок. Самое популярное направление работы ЗАГСа – перевод услуг в электронный вид. Чаще всего подают электронное заявление на заключение брака. Такой услугой воспользовалось более 50% граждан. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.